Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. В этом ролике я вам расскажу, почему не вышло обновление, когда оно примерно выйдет, и покажу вам самые последние и свежие спойлеры будущего обновления. Видосик получится интересный, информативный, поэтому надеюсь на вашу поддержку, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но для тех ребят, кто не знает, я играю на проекте Amazing RP на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в начале игры вам, конечно же, поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом серваке до 5 уровня, за него вы получите 300 тысяч рублей, поэтому вводите, пользуйтесь и покупайте свое первое имущество, квартиру, либо машину. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал, покажите здесь хорошую активность, присаживайтесь поудобнее, возьмите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, давайте начнем с самого главного, это почему не вышло обновление в первый день зимы. На это есть самая важная причина, это то, что у второго разработчика, который занимался этим обновлением, произошли некие проблемы в жизни, из-за которых он не может скинуть те файлы, которые нужны для окончания данного обновления. Именно поэтому обновление задержалось и не вышло именно 1 числа, как должно было быть. Об этом они даже написали в своей официальной группе, то что обновление должно было выйти 1 числа. Но, к сожалению, помешали как бы обстоятельства, которые произошли со вторым разработчиком, обнова задерживаются. В любом случае, я думаю, лучше подождать, чтобы вышло полноценное обновление, чтобы уже с кайфом им насладиться, посмотреть казино, посмотреть новые системы номеров там и так далее. Вы сами видели то, что обновление будет достаточно интересное и сочное. Я лично думаю и надеюсь, то, что обновление выйдет на этих выходных. Я думаю, в будний день они не рискнут выпускать обновление, потому что учеба, работа там и так далее. Скорее всего, если все будет хорошо, то обновление, скорее всего, выйдет на этой неделе на выходных. Пятница на субботу, либо суббота на воскресенье. Это всего лишь мои предположения, это всего лишь мои надежды, в которые я верю. Самое интересное, это, конечно же, казино, которое выйдет в этом обновлении. Потому что казино не обновляли около 3 лет, его систему, его интерьер там и так далее. Поэтому многие это ждут, многие этого хотят. И в новом обновлении это сделают. Будет новый интерьер и новые игры. Такие как Blackjack, потом красные, черные, будут автоматы. Насчет High Dice и Dice, не переживайте, данные системы останутся, они будут в новом казино. Я на самом деле сам очень жду казино, потому что я хочу сыграть в красное, черное. Это будет, мне кажется, очень классная темочка, которая мне нравится и в которой я хотя бы примерно разбираюсь. Хоть я не любитель казино, я вообще в него не хожу, как бы никак не участвую. То есть у меня нету никакого желания туда ходить в данный момент, до обновления. Мне это просто-напросто не интересно. Я привык зарабатывать деньги чисто там на дальнобойщиках. Короче, собственным трудом, а не как бы удачей, понимаете? Но я уверен, что когда выйдет обнова, я обязательно буду там зависать в казино, потому что там будет красно-черное, будут всякие автоматы и другие игры. Поэтому я думаю, в ближайшее время, когда выйдет обнова, будут выходить ролики именно про казино. Возможно, даже не одно. Поэтому казино реально будет очень прикольное, и я вам предлагаю самим на него посмотреть. Гуч, Прада, Луи, нам нет, только Фенти ходит. Ну что ж, ребятки, следующее, о чем бы я хотел рассказать, это новая система тюнинга, либо система автомобилей. Я честно до конца не понял, как это будет реализовано и на каких машинах это будет работать. Можно ли это будет поставить отдельно как-то? Возможно, данная система будет как, допустим, аудиосистема, либо там третий чип и так далее. Возможно, это будет редкая штука, которую нужно будет там забрать на ивенте, либо выбить рулетки. То есть до конца непонятно, но сделали такую систему,
систему, то что машина вставать на ДБ. Реализовано это на Muscle Car именно на видосе, потому что на Muscle Car это выглядит более-менее реалистично. Возможно, данная система будет работать только на этом автомобиле, который нам показали, либо это намек на то, что в новом обновлении добавят множество Muscle Car, у которых будет доступна данная функция. До конца, ребятки, непонятно, как бы, зачем, почему там и так далее. В любом случае, выглядит это необычно и прикольно. Я бы хотел, как бы, испытать данную систему. Просто самое интересное, где ее можно будет взять. Возможно, она будет по дефолту стоять на американских Muscle Car, на автомобилях там и так далее. То есть система довольно-таки интересная, но пока что, как она будет работать, где ее взять, остается загадкой. Следующее, что бы я хотел вам показать и рассказать, это то, что будут новые интерьеры. Новые интерьеры квартир, то есть они будут полностью переработаны. То есть интерьеры подъездов довольно-таки неплохо обработают, переработают там и так далее. То есть, ну, я не знаю, вроде бы недавно их обновляли, возможно, я ошибаюсь. Ну и, конечно же, еще поменяют интерьер нотариуса, потому что нотариус, в принципе, да, застоялся, как бы, нужно тоже делать интерьер красивый, проработанный, что они, в принципе, и сделали. Мы видим по скриншотам то, что нотариус будет реально намного лучше выглядеть, он будет больше по размеру, более проработанный, ну и более реалистичный, скорее всего, как я считаю. Ну и последний спойлер, который нам показали, это, получается, будет новый автомобиль Mitsubishi Pajero. На данном скриншоте он изображен немножко неправильно, он как бы забагался. Скорее всего, просто два автомобиля вместе стоят, либо как-то оно забагалось. Короче, на это не обращайте внимания. В любом случае, знайте то, что в новом обновлении добавят Mitsubishi Pajero. Возможно, кому-то эта машина интересна, у кого-то, может быть, было желание ее приобрести, возможно, у кого-то в жизни такой автомобиль, поэтому вот, в принципе, как-то так. Ну что ж, ребятки, вот такое вот получилось видео. Да, я понимаю то, что было мало информации, мало спойлеров, но я вам показал самые свежие новости, точнее, рассказал самые свежие новости, показал самые свежие спойлеры. Я думаю, это все равно должно быть, как бы. Многие спрашивают, когда обновление, когда обновление. Каждый раз заходят на стрим и мне задают этот вопрос. Я вам надеюсь, то, что в этом видосе помог. И в ближайшее время вы не будете об этом спрашивать. В любом случае, ребята, обновление нужно подождать. Я думаю, то, что реально в течение недели оно должно выйти 100%. Самое главное, ребята, не нужно наводить панику. Не нужно там переживать, бомбить то, что вот они не выпустили обновление. На это, как я и сказал, есть свои причины, поэтому просто наберите терпение, подождите и все. Вы сами видите то, что обновление будет очень классное, поэтому просто наберитесь терпения, ждите, и все будет хорошо. Я сам очень сильно жду это обновление, то есть там много будет чего поснимать, то есть будет много контента там и так далее, поэтому вы не думайте то, что вы одни ждете это обновление. Я тоже жду, многие ютуберы тоже ждут. Мы все ждем, пацаны, но нужно просто набраться терпения, как бы, играйте там, развивайтесь и так далее. Как выйдет обновление, так оно и выйдет. Не нужно, как бы, паниковать, как я и сказал. Просто не паникуйте, успокойтесь, все просто будет хорошо. Подождите, и потом вы реально просто кайфанете с этого обновления. Вы просто скачаете, зайдете и скажете: ничего себе, не зря я ждал это обновление. Оно реально бомба просто. На этом моменте, ребятки, я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.